Мороза 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Сенсация. Автомобили в России отзывают из-за того, что дорожные реагенты разъели металл. Речь идет почти что о 3000 Ford Mondeo, S-Max и Galaxy, которые были выпущены в 2014 и 2015 годах. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. В сообщении ведомства говорится, что из-за долгого воздействия противогололедных веществ у машин могут треснуть болты рулевого механизма. Это приведет к тому, что перестанет работать усилитель руля. При обнаружении проблем специалисты должны заменить либо болты, либо узел целиком. Трасса 101. Группа депутатов Госдумы пообещала внести в Нижнюю палату парламента законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей, а также тех, кто часто нарушает ПДД. Конкретика пока неизвестна. Неясно и то, как депутаты обыграют ситуацию, когда автомобиль шоферу не принадлежит. Ранее, добавлю, звучала идея начисления водителям штрафных баллов. При достижении лимита очков машину у лихача тоже планировалось отбирать. Трасса 101. Выпускники автошкол в нашей стране все хуже и хуже сдают экзамены. Процент прошедших испытания с первого раза сокращается. Так, по данным ГИБДД, в прошлом году теорию с первой попытки сдали только 38% кандидатов в водители. Годом ранее было почти 40%. С вождением в городских условиях вообще труба. Неуд на первом испытании получают более 2/3 выпускников. Трасса 101. На улицах российских городов начали появляться мотоциклисты. Сообщений об авариях с их участием пока нет, но, согласно статистике, такие ДТП активно фиксируются в межсезонье. Поэтому ГИБДД напоминает автомобилистам о том, что к байкерам надо относиться спокойно. Не стоит забывать почаще смотреть в зеркала заднего вида и всегда пользоваться указателями поворотов. Крутить баранку нужно с пониманием того, что мотоцикл стартует и останавливается быстрее. Трасса 101. Примерно каждый четвертый российский автомобилист верит в приметы. Результаты соцопроса опубликовало издание «За рулем». Самое распространенное среди автовладельцев суеверие – помыть машину к дождю. Так считает треть респондентов. На втором месте – следы жизнедеятельности пернатых на кузове к деньгам. На третьем – если купить машину у богатого, тоже будешь богатым. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.